Всем привет! С вами ваш переводчик Аслхан. И сегодня у нас самые безбашенные, самые веселые декодыки. Это Эрик и Алан. Сегодня в кружочке буду я, потому что по времени не успеваю кого-то записать. Всем приятного просмотра! Эй, это декодек. Меня зовут Алан. А меня зовут Эрик, и мы начинаем наше видео! Мы сегодня сделаем реакцию на Димаша. На инопланетянина! Что ж, я не знаю, что ожидать. Потому что всегда, когда я говорю, что лучше быть не может, он делает еще лучше. Он просто разбивает в хлам наши ожидания. Каждый раз мы будем смотреть Diva Dance. Тут написано «Confessa плюс Diva Dance». Я не знаю, возможно, это два в одном. Тут всего 4 минуты. Мне страшно. Ты боишься, что умрешь? Да. Из-за того, как это будет эпично? Да. Ладно. Вот и хорошо. Невелика потеря. Да, я сегодня сдохну. Хорошо. Я просто хотел сказать вам, что я люблю вас всех. На всякий случай, если больше не увидимся. В твоем завещании, наверное, так и будет написано. Ему было страшно. Хорошо, давайте приступим. Ехала. Ехала. Черт. Так, ребятки, я не знал, что это будет такая грустная песенка. Извините. Это очень такая славная песня. Я даже не мог нажать на паузу. Да, я тоже кайфовал от нее. Особенно от того, что он сделал только что. Едва я успел нажать на паузу, он как взорвался. Сейчас мы туда вернемся. Ёб твою мать. Чувак, это звучит, как будто он говорит. Разговаривает в таком соблазнительном тоне. И при этом голос такой гладкий, как шелк. Он разговаривает идеально. Он разговаривает нотами, и при этом он все же поет. Точняк. Так это еще уметь надо. Конечно. Я всегда говорил, что лучшие дикторы – это те, у кого от природы голос наделен таким тоном, что они заговорят тебя до смерти. Потому что, когда я слышу, как такие люди разговаривают, они кабздец как меня раздражают. Ты ж сам так разговариваешь. Ну, держись.
Мы возвращаемся. Извините, народ, немного отвлеклись. Алан, ты заматерился. Я знаю. Можно только один раз матюкнуться. Вот хрень. Офигеть, вот это эмоция. Ты это почувствовал? Он же просто порвал. Да, я почувствовал. А кто бы не почувствовал? Ну да, ну да. Это каким бессердечным нужно быть, чтобы ничего здесь не почувствовать? Нужен перерыв? Вот сейчас у нас перерыв. В каждом видео у нас есть один перерыв. Что-то типа того. Ну чё, чётко отдохнули. Прямо как мой отпуск. У меня настолько настоящая дрожь, что мои соски стали твердыми. Димаш поразил тебя прямо в сердце. Черт, да они аж прям каменные. Да у него даже танцовщица плясала и плакала. Да, я видел. Настолько хорош. Этот парень, он просто не может разочаровать кого-то. Не зацепить. Он не перестает превосходить наши ожидания. Многие спрашивают, почему мы в самый первый раз посмотрели тот его музыкальный клип, а потом начали смотреть остальное? И я рад, что мы именно так и сделали. Представь, если бы мы посмотрели все вот это, и потом бы посмотрели тот клип. Мы начали осторожно. Мы начали постепенно, и это хорошо. Давайте досмотрим. Давай. Я что-то очкую. Ядрен батон. У этих людей, у всей аудитории, у них лица рвутся по швам, все шайбы треснутые. Вот что это, Димаш? Что ты творишь? Он выделывается. Да, ты прав. Он выделывает там все, что хочет. Преклонитесь передо мной, одноклеточные. А вы думали, моя прошлая песня самая чудесная? А вот и хренушки. Вообще-то, я хотел это сказать, а ты взял и сказал это. Ты меня опередил. Давай вернемся назад. Я хочу полностью это прослушать. Это полный абзац. Вот это низкая нота. Откуда он ее вообще взял? Он, наверное, так бы и сказал. Вы думали, тогда было круто? Тогда зацените вот эту вот нотку. Ну это так, Жай. Ах да, потом я еще скакну в самый верх. Базаржок.
кто этот парень? Он как будто бы завидует. Что-то такое. Все эти певцы выглядят очень интересно. Вот этот зелененький навряд ли артист. Не думаю. Но его явно все это подбешивает. Он, наверное, думает, черт возьми, я тоже хочу так бацать. Я уверен, что никто так не бесится, как Витас, когда он спел его оперу 2. Прикинь, он подал в суд за то, что он спел его песню вживую. Да ну, Гульбану. Это было круто. Это было великолепно. Мне понравилось. 11 из 10. Если вы хотите поддержать наш канал, то все ссылки внизу. У нас нет слов. Вы все знаете. Больше нечего сказать. Спасибо всем за внимание. Спасибо за поддержку, которую вы оказываете нашему каналу. Если вы хотите поучаствовать в одном из наших видео, то свои контакты я оставлю в описании. Обязательно свяжитесь со мной. Всех люблю, всех обнял. Пока!